Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO и ООДЭФИ и о многом другом. Сегодня у нас на обзоре будет такой довольно интересный проект, как Bit.country. Итак, движимое сообществом топография реализует только через голосование. Новые потенциальные слоты становятся доступны через цепную логику, управляемую количеством битных стран и другими факторами и платформами. Свободный слот в Continuum затем выставляется на аукцион тому, кто предложит самую высокую цену, присуждая право занять этот слот в своей битной стране. Как только бит-страна оказывается в Continuum, валюта котируется на DEX, и бит-страна начинает получать сетевые вознаграждения. Как вы поняли, это не какая-то там DEX-биржа, свапалки, DeFi и много другое. Это действительно реальная платформа, которая предоставляет свою метавселенную, NFT и токеновая экономика. Здесь мы можем создавать свою землю, запускать NFT, запускать мастерноды и многое другое. Уже сейчас начните свою собственную битную страну и сообщество. Привлекайте больше людей, чтобы присоединиться, используя правила и политику, которые вы можете установить по своей воле. Развивайте свою битную страну и монетизируйте свое сообщество несколькими способами, без каких-либо посредственников. Блок – это контент, будет принадлежать одному из блоков, составляющих всю страну. У каждого блока есть тема, которая должна соответствовать содержанию внутри него. Люди могут легко посещать соседние блоки, находясь внутри блока, поэтому размещение связанных тем рядом друг с другом является благоприятным. Создавайте свою валюту собственную для своей страны бит и стимулировать людей, которые вносят свой вклад в ваше сообщество. По мере роста вашего сообщества, ваша валюта будет приобретать ценность на бирже. От этого выигрывают все члены сообщества. Бит страны можно выставить и на аукцион, наградив всех, кто имел в нем дело. Также жители могут исследовать бит страны, созданные другими людьми. Станьте резидентом и присоединитесь к сообществу. Страны бит могут устанавливать свою жилищную политику. Некоторые приветствуют всех и даже вознаграждают вас за вступление. В то время как другим может понадобиться, чтобы вы подали заявление на получение вида на жительство. Вот такая вот более обширная метавселенная в криптовалютном мире. Также данная компания имеет свою блокчейн-сеть, на которой вы можете управлять децентрализованная сеть, управляемая владельцем NUM. Заинтересованные стороны формируют будущее на сети данной компании. Данная сеть работает от Polkadot. Сеть компании защищена в соответствии с общей моделью безопасности Polkadot, обеспечивая высокую устойчивость и возможность безразборного обновления. Также это поперечная цепь NFT. Межцепочная совместимость позволяет передавать любой тип активов или токенов NFT. Также есть дополнительная функция – настраиваемая плата за газ. Работа на инфраструктуре Polkadot позволяет сети компании максимизировать обмен ценностями при одновременной защите ресурсов. Протокол данной компании предназначен для ставок, для того, чтобы стимулировать хорошее поведение сообщества и одновременно препятствовать плохому поведению. Это гарантирует безопасность сети. Bit.country предоставляемый разработчикам VSM и Ethereum совместимый смарт-контракт для создания приложения, работающих в сети Bit.country. Переходите на сайт, ознакомьтесь более подробно, потому что действительно, по моему мнению, данная компания достойна вашего внимания и может что-то с этого получиться. На этом мой обзор закончен. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.